Пожар произошел сегодня около часа дня в завокзальном микрорайоне. С частного двухэтажного дома, в котором произошло возгорание, огонь перекинулся на восьмиквартирный барак 1927 года постройки по улице Одесская. В нем проживали 24 человека. По словам местных жителей, в одном из домов жили охранники, работающие на железнодорожном вокзале. Кстати, строения расположены в непосредственной близости от ЖД станции Сочи. Вот наш, а за мной еще три барака там. Вот бараки. И все бараки довоенные. Железная дорога построила, и все в свое время. Газобаллоны, трубы и у кого что. Мы все выключили, не знаю, что будет дальше. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. На месте работали 7 пожарных расчетов. Пожар потушили 13 часов 40 минут. Эвакуировали 12 человек. Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Сложность была в том, что очень плотная застройка и было очень сильное распространение огня на соседние строения. Погорельцев муниципалитет разместил в пансионате «Нева». Однако перебраться в пункт временного проживания из 24 жителей барака согласились трое. Остальные перебрались к родственникам. Отмечу, в сгоревшем доме 3 квартиры муниципальные, 5 находятся в частной собственности. Сейчас решается вопрос о дальнейшей судьбе барака. Будет проведено соответствующее обследование.